ходит такая легенда. Если поставить лайк в самом начале видосика, не будешь сливаться, как вот эти двое. Но если еще сразу подписаться и колокольчик активировать, то и вовсе тащить будешь как безумный подрывник. Народ, вы смотрите канал Лонин Схемов и добро пожаловать в безумный мир Battlefield 5! Перед началом хочу посоветовать вам канал Валькирии. Говорят, она играет лучше, чем Схемов. Сам я, конечно, не верю, но предлагаю это выяснить вам, а потом расскажете мне, так это или нет. Ссылочка на нее есть в описании. Так, что это у нас тут за пьяный дебош? Кто вас надоумил? Ты надоумил? Ну-ка иди-ка сюда, чтобы неповадно было. И людей мне тут не порть. Не делай из них тунеядцев и алканавцев. Где еще тут бездельники? Че ты там выглядываешь? Думаешь, я тебя не замечу? Херушка там пел. И тебя замечу. О-о-о-о-о! На гранатку пока поиграй с ней. Сейчас приду. Так, зацепила. Кто тут играет со взрывчаткой? Ну че, народ, признавайтесь. Кто любит щелочки? Ну, в смысле, стрелять через них. Вот так. Ну, почти вот так. Сейчас покажу. И шлёп! Любите, да? Любите. Йоу. Как дела? Это что за флэш? Не самый быстрый человек на земле оказался. Согласен? А ты согласен? Не слышишь, да? Сейчас подойду, доведу. Никуда только не уходи там. Я говорю, это не са... Так, стопэ. Оркестроль. Я ж тебя убивал уже. Ты что ли ему искусственное дыхание делал? Рот в рот. Ребята, я сзади. Сзади говорю. Вот тут. Ой, кусты меня зовешь, да? Нуп. Я не такая. Мужики, привод задний заказывали? Нет? Блин, простите. Кто ж тогда? Может вы, мужики? Задний привод. Китайский. Нет, не вы. Блин, простите тогда. Не хотел обидеть. Да почему вы это делаете, а? Ну, с***ь, ебаный, ну, чё вы такие глазастые, м***зи, грязные? Ой, девоньки, сидят, строчат на пару. Кошастер, мастер-плей с подружкой вместе швейную мастерскую там открыл. И сестриц с собой взяли. Ай, молодцы. Я в душе скалолаз. У меня две пары глаз, как внезапно! Откуда вы взялись? И... С испуга настрелял. А это что, мне бросили? Уберите! Здорово поешь. Вокально-инструментальный заканчивал. Пути-пути-пути. Ой! Ёлушкин друг! Отстань! Ай, запутался, не знает, куда деться. Теперь я побуду ёлушкиным другом. Посижу тут, посмотрю. Отхилюсь. А сейчас кому-нибудь лося пропишу с выходом из кустов. Раз, два, три, четыре. И оп! Понравилось? Чувак, ну зачем лежать, когда можно бегать? Ну с ногами же интереснее играть. Жеванный крот, у тебя что, гильзы вместо крови? Братан, братан, стоять. Давай раз на раз. Оп, 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 оп. И ёк, вау. Это был тайный удар дракона. Туки-туки-туки, извините, простите, поджимает. Можно пройти? Ой-ой-ой, простите. Не признал. Так, в итоге, где у вас этот самый тут? Танк.
А ты откуда стреляли? Это в моем доме? Да, я убью и приду, втором и третьем, тебя. Там двое. Всех убил, выйду к тебе. Тимплей... Нету! Во. А это я? Прям по жопе в сковороду попали. Только пробили ее. Ох ты, радость ты моя. Как люблю я это дело. Взрыватушки с динамитушки. Как эффектно получилось. Ну блин, ну зачем ты меня стреляешь? Ну эффектно же получилось, сука. О, засел Зинаида. Чух-ч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 ух. Все, суши рельсы. Поезд прибыл. Здравствуйте, дедушки. Куда? Куда? Пошел от схемушкиных лещей не выйти. Огрызаться вздумал? Ух ты, как умер. Красиво, по-станиславскому. Окей, верю. Прикрыли. Молодцы, ребят. Молодцы. Это паркуется здесь как... Сука! Эй, иди еще раз на права мне сдай. Я вас научу водить нормально. Грамотей. В продолжении темы о щелочках. Но вы же любите это дело, согласитесь. Согласитесь, всегда приятно попасть в хэт. Я слышал, тут зомбанутые какие-то объявились. Батлопята их не устраивает. Контента им мало. На потом все переносят. Ремастер Bad Company 2 захотели. А не хотите ли батл роялем да по щам за хейт свой получить? Я вашей колхозной армии грамоту даду! А! Колхозавры сложили все-таки меня. Мощные какие, а? Ребят, ну, че вы? Я ж пошутил. Ну, поднимите меня, ну. Я ж тоже топлю за батлу, ну. Ребят, ну, я ж коней двину сейчас, ну, ребят, я с вами, ну, обратите хотя бы меня, ну, ребята! Ой, минус 4! Ребята, а вы любите управлять силой небес? Чтобы вот так бац, именно столпа. Тебя твой отряд бросил, и тебе стало грустно. Поэтому ты стал кемпером. Давай я тебя излечу. И тебе грустно. Тебя тоже оставили, друзья. И тебя вылечим. А это твой бывший друг, да? Будешь у меня еще кемперов обижать? Представляем вашему вниманию марсианскую программу Спайс Схемушкин. Запускаем в космос быстро и очень болезненно. Возможен полет даже вместе с вашим любимым стулом. И, скорее всего, вы останетесь там навсегда. А сейчас я вас научу грамотно и очень эффективно захватывать вражеские точки. Для начала вырубаем самого мощного, затем его напарника. Третьим обычно идет случайный прохожий. А мы свидетелей не оставляем, да? В этот момент может показаться, что вы победили и точка ваша. Но не спешите расслабляться. Будет еще одна волна, которую нужно обязательно откинуть. Скорее всего, они придут толпой и захотят вас задавить числом. Сразу покажите этим ребятам, что хер там плавал и так просто им с вами не справиться. Пусть они познают всю вашу силушку и отправятся в схемушкину марсианскую программу. И не забывайте, что в обязательном порядке где-то ныкается боец, который вообще не знает, чего он хочет от этой жизни. И вот после этого можете показать этот киллстрик своей девушке. Поверьте, награда не заставит себя долго ждать. We'll be right back.
Тыдын-тыдын-ра. Надеюсь, вам понравился этот выпуск Battle Схемов, и вы его оцените так, как считаете нужным. Я монтировал его 3 дня, не считая целой недели съемок, и вложил в него как минимум частичку своей души. Если вдруг какими-то словами в этом ролике я задел чьи-то чувства, не обижайтесь. Это всего лишь юмор, даже если он кажется вам не смешным. Всем душевного фана и безумного эпика. Надеюсь вас встретить в открытой бете Battlefield 5, которая стартует 4 сентября.